Ульяновский театр «Небольшой» вновь порадовал зрителей премьерой. На этот раз в центре внимания произведение классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. Театрально-образовательный проект «Достоевский ФМ» был реализован за 3 месяца благодаря средствам фонда президентских грантов. И наша цель не показать все произведение, допустим, взять один роман и показать, допустим, там роман «Братья Карамазовы» или там повесть «Кроткая». Наша цель была показать несколько таких отрывков. Мы даже сделали такой подзаголовок «Избранное». Вот, для того, чтобы любители Достоевского, молодые люди, посмотрев спектакль, еще больше заинтересовались вот философией, образом мысли Достоевского. Премьерная постановка знакомит зрителей с программными и знаменитыми произведениями классика, такими как «Кроткая», «Белые ночи», «Братья Карамазовы», «Бесы» с фрагментами писем писателя. Достоевский – это новое слово теперь для многих людей, которым мы уже показали этот проект. Многие отзываются о нем как о новом, чего-то такое, что-то для них такое необычное они увидели для себя, и им это нравится. Спектакль «Достоевский ФМ» затронуты темы внутреннего мира человека, любви, выбора ценностей. Каждый может попытаться ответить на вопросы, поставленные Федором Михайловичем. Где границы между «можно» и «нельзя», «тварь я дрожащая» или «право имею», в чем и где найти опору в непростой реальности. Достоевский всегда для меня казался очень сложным материалом. К нему нужно подойти. В жизни нужно пройти какие-то, наверное, испытания, что-то понять в жизни, чтобы прийти к Федору Михайловичу. И, слава богу, так получилось, что мы выиграли грант, и нам достался Федор Михайлович, и мы стали над ним работать. Невероятная величина, невероятные произведения. Я окунулся в него так с головой и очень многое для себя открыл, что я подумал, почему я не читал его раньше. То есть до этого у меня не было таких ролей, таких глубоких. И это, конечно, как для любого, наверное, актера, очень ценная ценность, большая, потому что есть возможность покопаться в себе. И Достоевский, он, знаете, вытаскивает из человека, наверное, то, что сидит, лежит у него где-то глубоко внутри, и он может за всю жизнь не открыть в себе этого. Отличительной особенностью проекта является возможность интеграции театральной постановки в библиотечные и музейные пространства. Премьерные показы спектакля «Достоевский ФМ» состоялись в новом пространстве небольшого театра по адресу улица Спасская, 10. Также прошли в библиотеке для детей и юношества имени Аксакова, библиотеке Педагогического университета, музей-заповедники «Родина Ленина». Формат проекта является камерным. Показы постановки организованы с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.